Питон и Бойчик. Квадрат контролит Лобстер, Джанг и Определенный. По три контроля сдали, Диминишн пришел и следующий контроль человек. Потом обратно поменялись. Никакого ОУЕ не должно быть, ребят. Все точечно бьют, играют по черепу. Также Хантишка. Видишь, кто-то на нас бежит, тоже можешь в РДДшника там закинуть. Видишь, квадрат бежит, можешь ледяную трапу в него закинуть. Давай, Ренессанс ты. А Кадама, ты всегда под нас ставишь ледяную трапу, которая замедляет. Все, давай, и давай. Двух, погнали. Годхэп, ты бежишь с Майликом хилить и стоишь в Майлике всегда. Притон закастуй СС на Майлика, Джанк на Годхэп, если есть. Бля, ханты тут же АОЕ не работают. Чего вы все срываете? Похер, все. Так как не похер, 10% апа, не похер. Есть 10%. Нет, у нас нету ни кладов, нету ни фантов. Ну да, да, ладно, все, тихо, спокойно. Все, все готовы, Андрюха, давай ДБМПу, все играем по черепу, главное контроли. Встаньте все в квадрат, всем, все уйдите в квадрат, вообще, абсолютно все. Кроме тех людей, которые надо. Троянский тоже зайди пока, на доски. Все, все готовы, Андрюха, давай ДБМПу и поехали. Пуф, стой, стой, гриппой. Отправляйте суккуб свои, геру дали. За такой грипп. Да, блядь. Квадрат, законтрольте. Ваня. Я загадал хекс. Кто старфул нажал? Алло, блин, отменяйте. Сова. Никогда старфул здесь не узнаете. Ваня, контроль, я потом после тебя. Грипп. Ваня, блядь, кастует квадрат. Губу с шакула снимите. Вы хера на наша пули. Печеньку продлите. Печеньку продлите. Печеньку продлите. Квадрат, приготовься еще раз терять. Теряй, теряй квадрат. Джанг. Джанг. Хорошо. Этот, диспел. Войт на диспеле ты. Дальше играем по квадрату. За контроль сейчас квадрат. Череп добейте только. Как косты ему сбивайте квадрат. Изгоните луну. Череп поставил на Вилану, тоже кто-нибудь подконтроливайте ее, ветерки и нее. И печенька. Сейчас обнови пауэр. ОЕшками не бьете. Квадрат, квадрат, продлите. Печеньку, точнее, хотел сказать. Печеньку продлите. Ой, печеньку, извиняюсь. Дал хекс мне. Дими... Блять. Подконтрольте печеньку кто-нибудь, кто-нибудь под дотами. Дальше играем все по печеньке. По печеньке сыграли. Трусы можешь перевернуть. Я хек закину сейчас. Дайте ауру брони, пожалуйста. Продлю трусам. Следующий потом. Старфолы там. Кто старфол нажал, ребят, все гонит, что ли? Ну тут уже ладно, можно. Ну так не жмите. Старфол в трусы и падает. Алису уберите. Вы видите. Все, все зависли? Не, или нет? Не, все нормально. Отлично. Не, нормально, это у меня только, значит, жена там. Да нихуя не в тебе. Матча будет минус. Изгоните. Диспел. Диспел очень много лоток. Не лоток, а этих. Фоток. Застаньте кто-нибудь печеньку, эту бойчику. Бойчику. Все, уже можете жать мор. Мор может, может. Блин. Мор. Но Ваня. Но Ваня соточку можно снять за то, что он вначале нажал и сбил контроль мой. До квадрата. Мне соточку вдобавок нужно накинуть, я так техник сказал, да? А мне соточку, потому что я гриппом не промазал. Всем вам соточку. Грамм. Ладно, ладно, там полтора за рост, да, 250. Я скрутил запуск. Дальше играем по
черепу. И можете держать череп вместе с трусиками. Все, не баньте уже трусики. Держите, грипните тоже трусики к черепу и ауешим. Разбань. Трусики, блядь. Это такие трусики? Нет. Твоя суккуба вообще висела на моем варе, который пиздил меня. Зачем? Непонятно. Я вначале, наверное, поставил, но потом поставил, сказал на трусы, может, не слышу. Я просто думал, что хил. Шаббат. Потом увидел, что я... Собственно, она до сих пор стоит и кидает шляпку на медика. То есть, она была бесполезна. Все, играем под трусиком. Под трусиком бьем. Что там, кто там... ДКшнику или рога кто-нибудь, иди троянский потихоньку. Пока не гриппаем. Хотя можешь уже идти одного гриппить. Тихонечко идти гриппить. По одному сможете вытаскивать. Скажите, ДКшки от сектора посылать. Да, таким паровозиком. Гей-пати таким. Сам дэк. Че, гриппи давай. Давай следующий ДКшка. Вон, бежит. Поставь череп. Я себе ебал. Вот это не по себе. Это вот за да? Надо бойчику просто дать еще. Минус? Не-не-не, за что ему минус, он же качество сделал. Не, я для себя замутил плохо. Что надо бойчику кое-что сделать. Сука, с этот минус. Пес. Пес. Давай одного тоже гриппайся. Одного трапу под нас ледяную положить. Берут именно мой таргет. Прикольный пикарист, что ли? Начнет крутиться, дизарм закиньте. Ой-ой-ой, что сломает, да блин. Это что, на первое слово, блядь, никто не упал? Ася. Ну, качественно все сделали. Почему да, на первом боссе такая залупа, я не знаю. Ой. Пока что я самый хильти бить, я пока по заднюю прав. А бонус на это будет проблем. Бонусов не будет. Бонусы только за первого босса, потому что это с этим боссом у нас проблем обычно нет. С первым боссом иногда бывает. Ебать страшно. Да пока путаете, пока все додики, что вы бегаете, как не знаю. Так мы в страхе, потому что. Не бойся. Блять, ладно. Справедливо. Песня, останься тоже в танке на этом боссе. Ебать, на айсбаунд. Зрение и нер, пожалуйста, я в третьей пати, самый последний. У меня бойчик самый последний, если что. А, ну ладно, ну тогда я в третьей пати, короче, ладно. Топор выпадает, короче, и все. А где топор? Сейчас топор будет. Тут не падает топор. Падает. Это миф. Ты двойной. Он два КД нам падал. Этот миф. Андрюха, залей тоже, пожалуйста, иннер. Нет, если можешь. Конкретно тут. Типа в этот трай в этот момент. А, в этот момент, в этот трай. Андрюха отошел. Топ, не топор. Топор это миф, я говорю. Это скам. Это скам груди. Две груди подряд. Сразу. Да это юдно. Сменка. Бля, пиздец, за что за хуйня? Уж бы добро так было. Мне и мне. Так, так. Кушайте. А, мышь у нас никто не падал, рыбу нечего кушать сейчас. Перепивайте там фаски у кого есть.
кому нужно. Запустите босса. Темочки с центра уберите. Запускаю. Да, пойдем. И на сегодня. Вот, если Андрей. Я не знаю, как у меня по времени будет, я думаю, Андрюха проведет, по-моему. Кого не доберете у нас меня еще. Сейчас. Будет зависеть, как мы этого босса убьем. У меня еще есть, короче, 32 минуты времени. Типа, если с первого трая убиваем, ну то да. Тогда точно оно есть. А как вчера не получится еще немного? Не. Как вчера, сегодня не получится. Сегодня прям по-любому. Надо будет. Так, Петя, оставайся в танке, поэтому не тупите. Андрюха будет соло танчить. Ренессанс возьмешь вначале белую, но будешь в Андрея темную. Ну, босса что? Никто не бьет, пока не скажу. Женя, давай тоже в танка. Давай тоже в танка. Есть у кого-нибудь еще танка спек? Да, ты. У меня есть. Где сняли у тебя ИП? Давайте потом. Типа сам у тебя же время. Потом разберемся, да, ладно. Все, не отвлекайте. Женя, прыгай в танка, будешь ловить сферы справа, Петя слева. Нужен еще один человек, который в танка прыгнет. Фитикей пусть ловит. Троянский, прыгай, да, у тебя же есть танка спек. Прыгай и не девайся, что. И будешь ловить сферки сзади. Ты хочешь, я с собой плавлю? 30 тысяч хп нормально. Да, не надо, Вань. 47. Он троянский плавит. Половит. 52. Так. Сюда, блин. На пулы все, еще раз повторяю, в уфолога. На пулы все в уфолога. Так, я ничего на босса не зачислил. На пулы все в уфолога. Никотин. Кидай никотин. Никотину, а Женек кидай второму Роге, мистер Бонду. Сейчас я поменяю их только местами, чтобы мана восстанавливалась. Блять, самотика закинул, наверное. Самотыка закинул. Опа. Оп. Все. Готовность на пол. А где я? Во. Тут? Да. Полисфера. Ты ловишь сзади. Как ты любишь. Это да. Петя слева, Женек справа. Справа это вот здесь, где я сейчас. Это право. Ну, вот. Причем ловишь сферы противоположного цвета для рейда. Возьми светлый. Взял уже, ты дебу. Так, все, ладно, потом разберемся. Мне сейчас никто не, даже если пишут, мне нет времени. Андрюха, иди пуляй, без ДБМа. Никто все равно не бьет, Ренессанс напуливает. Никотин, не бьете, по команде. Я на пул дал. Давай. Никто босса пока не бьет. Бурсты оставляйте на щит. Чтоб Андрей хорошо на агра набрал. Еще. Стоп, еще не бьем. Сейчас поставят нормально. Все, можете бить. Меня не показывают, через сколько спецспособностей. Прохил, сферы залетают темные справа. Ой, светлая. Женя, на сферы залетает светлая. Женя, блядь, иди сюда. Мой зад. Ты ловишь вперед и за и право. Перед, право по диагонали. Вот этого вот. Зад не беги. Скоро будет спецспособность. Темная воронка, продолжаем бить танки, все прожмитесь и мастер аур на тьму. Женя, айсбаунд нажми. Играем все по светлой. А, вы поменяли тебя, да, уже или нет? Нет, ничего не меняем, просто все самое все бьем пока. Спецспособность через 20 секунд, сейчас показываю. Ловим только светлые сверки танки. Спецспособность через 9. Спасибо. Приготовить. Через 2 секунды. Светлая воронка. Взяли все светлую. Бьют по темной. Танки ловите сейчас темные. Даже по светлым. Только много штук не ловите, а то сдохнете. Прохил всех.
по пути перебегаем, по пути темные не ловим. Сейчас танки ловите темные. Это, блядь, это уже не на Hard Vision. Честно слово, блядь, я не знаю. Тихо, тихо. Играем по темной. Скоро спецспособности. Ловим сейчас темные, Женя. Не светлые, а темные. Справа. 2 секунды. И готовимся. Продолжаем бить, дали геру, Женя. Сбили каст. Следующий каст будет светлый щит 100%. Пробьем. А кто слева ловит? Скажи, ты дальше честно скажу. Я? Да. Тихо, тихо, ребят. Ну. Я чурно ловлю. Не понял. Меньше. Пиздежа. Взяли все темную. Играем по светлой уже. Ловите танки светлые сверки. Сейчас будет светлый щит. Просто отдали свои. Сбили, прохилили, прохилили всех. Хорош. Нужно будет перебежать. Не добьем, наверное. Не добьем, Андрюха, 25 секунд. Давай перебежим уже. Побежать. Хотя, ну ладно, давай. Там 2 смартфон. Секунды. Не, добьем, добьем. Блять, я все ИП проебал. Рыбар. 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 Так, а ну не понял, кто нахуй там дельтоник. Не понял, а ну аргументируйте вашу позицию. Я черную ловлю и ебал белую. Что-то сегодня ДК, эти ДКшки вообще... Там, наверное, было просто рядом черное и белое, просто не слышно. Скажем так. Скажем так, с кем не бывает. Да, все, спокойно. Так, Влад, у тебя же есть ИПГП, да? Да, но мне заходить надо на персонажа. Не-не-не-не, я тебе сейчас дам, ты на минусах побудешь тогда. Не надо. Не надо. Вот сделаем так, будем сейчас ИПшить шмотки. Можно за боссов поИПшить? Сейчас, погоди, Илогнович. Это, одну секунду, да, пока вы убили, это, у меня такой вопрос, я через полчаса съебу, короче, на час, или Ануба будем травить? Я нужен? Будем, вообще? Заходи. Понял, жду. Я посмотрю все, Джанг, потом все верну. Почему нету? У тебя за 4 босса должно быть 450 ИП, все правильно. У тебя, и за время, и за приход, 555 у тебя ИП, все правильно. А может там за одного босса с первого трая били этих? Нет? Смотри, за каждого босса по 150, считай, 4 у 150 это 450. И 100 за время плюс приход. 4 на 150, а 450? Не, нихуя. 600 это. Это 600. Нет, подожди. Стой. За время было 500 ИП. И за каждые 30 минут в рейде по 250. А, еще 50. Я потом разберусь. Да, по 25. Так, все здесь готовность? Самотык или самотик, как там правильно тебя? Ты же тоже ролить шмотки можешь с первых двух боссов. Ну, у тебя ИП нет, поэтому можешь забыть. Обнадеживаю чувака потом, ну, можешь забыть. Сначала обозвал, потом вообще обнадежу. Так, Петь, я паролю пока шмотки, которые тебе не нужны. Ну, ты не знаешь, какие мне шмотки нужны, но как так? А запы и кольчуга падали? Нет. Нет, ладные запы не ролю. Ладно, я не знаю, какие шмотки. Ну, логиловский плащ тебе не нужен. Я зашел. Плащик, старт 250. Роги, хантишки. А сколько у нас? Каких 600 за... 250 кадама, раз, 250 кадама, два, 250, 300 уфолок, раз,
400 кадама, раз, 400 кадама, два, 400 кадама, 1К уфовок, раз, 1К, два, 1К, три, кидай, Андрей, нет. Ват, сними минус 1000, Андрей. Да, давай выбор. Будем, будем. 20 минут потравим, и потом я ухожу. А дальше, если Андрей захочет, дойдет. Это, ну, я не про это. Микрофон забыл. А расставь, Андрюха, пока рыбка этот метки, пожалуйста. Выбор смерти. 7 косарей старт. 57. Сколько, блядь? 75-700, точнее. Майлик 7. Майлик 7, раз. 700. Майлик 7. Остановитесь, глупцы, я же сниму 7. Так не, все правильно, это он 70 тысяч ставит, ну, на старое. Галина 7071 тысяча, раз. Можно, подожди, можешь 700. Сколько сказать, сколько у нее, ну, типа... Да все, у Малика 7100. У Малика 7100. У нее 7200 уже, она поставила 7100, ты не можешь перебить ее. Все, окей. Галина 7100 раз, 7102, 7103, кидай обмен. Я поставлю метку квадрат на себя. Заходи, кидай. Так, дальше. Не через ор буду кидать. Колечко. 250. Старт. Сила хоста. Ну, 250. 250? Да. Ну, Сацуна вот 250 я. Раз. Бухой 300 раз. Бухой 302. Ну, Сацуна 350 раз. 352. 353. Кидай мне квадрат. Блин, ну быстрее можете соображать. Ну, мне времени мало. Ну, все, что вы такие... 450 раз. 452. 453. Еще очень медленно специально считаю. Кидай мне бухой. Что сложного в этом? Быстрее сообразить. Вот, ты там на минусах, если что. Скоро уже ухожу. Тяжелое наручи 250 тоже. Старт. Петя 250 раз. 252. 253. Все, кто не успел, тут опоздал. Кидайся в меня. Да. Дальше, следующее. Ноги, 250 старт. На танка у нас нету, по моему танку, 1250 на ОФ. Стяж, а что ты не кидаешь объявление рейду? 125 получается. 125, да, 125 старт на ОФ. Троянский раз, Троянский два, Троянский три. Кидай обмен, минус 125. А что это? А, ну да, давай. Нахера ты это ролишь, если тебе это не надо? Я подумал про грудь. Кто морковь почистит? Топор 5500 старт. По-моему, он никому, по-моему, не надо. Никому, по-моему, не надо. Раз, никому, по-моему, не надо. Два, никому, по-моему, не надо. Три. На ОФ комбат роду. Не ренессанс берешь? Ой, никотин, точнее. 250. 250 раз. 252, кидай обмен квадратом. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Минус 250. Так, дальше. Грудак. 250 старт. Андрей, тебе же он был нужен вроде как. Или не нужен же. Короче, 250 старт. Уфовок раз. Уфолог 2, уфолог 3, кидай обмен. Квадратик, прыгай вон. Дальше тоже еще одна грудь. Две таких, 250, старт. Раз, два. Три, никому не надо на офспек, вот тебе и на ретрика роль. 125.
Я так смотрел, у меня все-таки доты 10 бисовые получается. 125 на оф. Так ты будешь забирать, надо? Я нет. 125, никому не надо, две штуки есть. Блядь, ты тут дебил, блин, просто. Так нахуй ты забираешь туда, если тебе это не надо. А, бля, я думал, что это грудь надо какого-то хуя. Какая-то. Годик. Короче, никому не надо. Ну, хрен знает, 125. Этот... 250, Андрей на мейн. Надо? Андрей Тарьянский, ты это... Слепой дальтоник. Есть. Так, на оф тогда. 125 шея. Это точно. Троянский, Женек. 150. Троянский, раз. Троянский, два. Троянский, три. Кидай обмен. Троянский, Андрюха, кинь. Глупый капец. Кидай обмен, Андрюха, на две груди и на распыл. У меня просто нет. Не, парень, точно никому лата не надо? Я отдам, типа, на похуй на ЕП. Ну отдай кому-нибудь, кому нужны. Ну, так я спрашиваю, кому, там. Блядь, я ж не знаю, кому надо. Дай гол-хелп, он и сам собирает танк. У меня такие трофеи есть. Трофеи авангарда. Просто парольте трофеи авангарда, кому надо. Я бы тело как вариант, но жалко мне 125 на него, честное слово. Короче, быстрее, рольте трофеи. Раз, два, три, надо. Не надо, 125 всего лишь. Соматик. Сколько тебе штук надо? Я тебе дам. У меня три есть. Ну. Да, возьмешь тут. Все, короче. Да 10, скоро остановись, глупец. Два. Ну, я не знаю тоже, зачем тебе, ну дам, окей. Все, теперь по тактике. Видите, стоит крест квадрат. Секундочку, мистер, там лишний кто-то. Или я лишний. Нет, ты заходишь по-любому. По-любому заходишь. Только вместо кого сейчас подумаю. Вместо кого? У кого есть проходка и кто нам не нужен на этом боссе? Кадама, у тебя, по-моему, есть проходка. Так, есть. Кто будет напуливать? Ну ладно. У меня проходка есть. Подожди. Но я бы хотел спать. Ты будешь танчить. Нужен ДПС. У тебя ДПС, наверное, здесь пока самый низкий. Саш, там же вроде бы броня на хила была. Нет? Была. И Егор... Да, Кадама, пока улетай. Пойдем таким пати. У тебя есть теперь проходка? Егор, я в бревне знать. Да, ты идешь в бревне. Вот, стараюсь сюда. Так, теперь по тактике. Смотрите, мы все бьем босса. Женек танчит его. Мы все бьем его... Блять, может, не Женька танчить. Андрюха, давай ты лучше потанчишь, пожалуйста. Да, это будет давайте безопасно. Я отбегу, бля. Андрей, короче... Все бьем Ануба. Мобов никто не трогает, мобов будут напуливать ханты. Дальше. Две пачки этих мобов, две пачки мобов, Ануб взрывается. Первую мы будем взрывать в трусах сферку. Будет здесь в трусах разбита сферка, где-то здесь. Как вы ее взрываете? Становитесь перед лужей, ждете, пока вам закинут боб. Первый боб закинет good help. Вам закинули боб, ждете окончания боба. Две секунды. Две секунды боба, забежали под конец лужи, разрушили ее. Дальше. Второй человек выбирается. Уже взрывает ее в луне, сферку. Вот здесь будет разбита сферка. То же самое, встали перед луной и взрываем сферку. Весь остальной рейд, я вам поставил пару меток, печенька, звездочка, будете бегать за ним. Весь остальной рейд должен в кресте заливать мобов. Вот вы становитесь так, заливаете мобов. Третий человек, просто, да. Да и блин, просто я знаю, что будет, если Женя начнет танчить, давай лучше же ты танчишь. И все. А это третий человек просто раскачивает Ануба. Далее Ануб выходит. Мы добиваем мелкий трэш обязательно. Всегда в приоритете добить трэш. И взрываем опять же сферку. Ждем опять две пары мобов. Человек какого-то выбирает. Бежит майлик. Закидывает боб.
То же самое в районе трусов. По той же схеме. Четвертый человек будет закидывать Яката. То есть первый закидывает Боб Гудхелл, второй Сацуна, третий Майлик, четвертый Яката. Потом мы добиваем мелкий трэш, все становимся прямо под босса, кроме Блэкберри, он немножко отбежит, будет хантов подхидывать. И мы будем заливать уже Ануба, тупо Ануба, добьем после того, как добьем мелкий трэш. То есть по трэшу мы играем только тогда, когда Ануб зарывается, и все играют в трэш. Сферки никто не трогает, пока я не скажу. И смотрите, там моры аккуратно тоже всякие. Санек, может, заменишь меня на патчи из рогу и этот, заместо роги из первого патча? Там 1000 ИП у него, он вряд ли что-то утонет, да и ДПС у него. Его проходку хотел? Его проходки нет, он нормально дамажит. ДПС у него будет. Все, пока так будем. 6 хилов и будет. Можно взять фростмаг. Все, ставим рыбу и будем пробовать пулять. Пока так будем бить. Продашь саппорт? Да, кидай мне. Кстати, ребята, все пьют здесь саппорт. Подожди, один дам кинуть. А выстрел у ханта и яд, они стакаются? Они не стакаются, но ты сразу яд намажь. Смотри, мистер Бонд, я ж вместо быстрого... Я на это, я на фазе поможу. Не, не стакается, не стакается. Мне будет просто дать по 50%. Тихо. Это, ты в любом случае намажь. Но намажешь на второй... Не на... Стой. Не на фазе намажешь, а когда будет второе зарывание. Зануб зарылся, тебе, если тебя не выбрало целью, ты нажимаешь... мажешь яд обязательно, чтобы он уже был намазан до третьей фазы. И всегда бьешь под 50 на 50 босса на третьей фазе. Пейте все саппорт. Всех сейчас должен быть выпить саппорт. Мне больше... саппорт нужно. Перепить его. Сейчас, сейчас пей саппорт. Все. Да нахуя он на ласт фазе только лучше. Пей саппорт, говорю сейчас. В чем проблема? Пейте все саппорт. Ты можешь уступить, можешь, я зайду. Не катин топ ДПСер. Будем бить таким пати. А чем тебе мой ДПС не нравится? Не катин топ-1 ДПС. Сука, давай, короче, поговорим так. На следующий рейд, нахуй, будет стоять админка. Я, блядь, пришел, нахуй, 5 минут назад, я уже заебался это все слушать. Все, пьем таким рейдом. Пейте саппроты, еще раз говорю. Все. Готовность на пул. ПС-ку из пула бойчика. Если все готовы, идем пулять. Все, все готовы. По ночью выход. Лучок, пожалуйста, по-братски киньте ханту. Кто? Спасибо. Что? Я говорю, по ночью выход этих мобов. Хорошо. Все, все готовы. Вопрос. Мы также кидаем сейчас на холипалов, да, кидаем? Ничего не поменялось? Да, да, да. Все как, все, все как и было. Все, поехали. ДБМ пул. Популяем по ДБМ пулу, на пулы все вуфолога вначале. Вуфолога. Кроме хантов. Не врывайте сразу РДшники. 5 секунд. У меня вообще ДБМ ничего не показывает, поэтому анонсите. Вышли. Мобы 10 секунд. 5. Вышли. Первый бежит кидать Боб Гудхелп. Гудхелп и человек, который... выбили тонук. Урона нормально. Побежали. Все в сторону креста, но не сбегайте пока в крест. Стойте, ждите, пока цель выберется. Шнурки Галина побежала, и Гудхелп вместе с ней. Перед этим становишься. Нету возле трусов сферки, нужно, чтобы кто-то грипнул. Ладно, я собью. Смотрите, сферка не возле трусов.
Не возле луны, точнее. Петя. Блять. Джанг, Джанг. Смотри, не разбей сферу. Видишь, где она стоит? Смотри, не аккуратно. Сацуна второй закидывай. Все выбежали сейчас к центру, играют по мелкому трэшу. Нет, уж кресло взрывается. Нет. Да через рейд. Молодец. Сацуна резко. Так, да, давай Сацуны, Андрей, Берни, мистер Бонда. Бойчик, играйте все по мелкому трэшу. Бойчик преследует. Все. Падайте, зайдите под шипы. Падает? Не было уже вместе, да. Давай, давай по-другому сделаем. Бухой или Троянский. После того, как оно побежит, чтобы я не бегал, вы липните сверху ближе к трусам, не к трусам, а к луне. Падайте, падайте. Когда? Давай. Когда, смотри, Ануб убежал в сторону трусов. Понял. Вы сразу грипните в сферку где-нибудь в район Луны, потому что не было сейчас над Луной, нет. Все. Все, давай еще один трай. Если нет, то я уйду, возьмете Кадаму, попробуйте еще так. Не водите, пожалуйста, шипы через рейд. Если кайтите, то трейда. Потому что непонятно, кто-то кайтит, кто-то не кайтит. Типа, невозможно. Вообще, в принципе, не кайтите, вам закидывают боб. У нас всего хватает, только третий человек кайтит. Сейчас немножко не очень сфера сбилась, потому что ее не было. И не бегайте вот так вокруг шипов, потому что это капец. Так, глаза разбегаются, я думаю, бля, куда бежать. Заходите быстрее, быстрее. Оп-оп-оп. Шевелим батонами. Буквально секунду на ребаф. Так, Андрей, я тебе отдам весь лут, левого, ответственность за добычу и лидера нахтим. Если что, я сразу и побегу. Сложил полномочия. Я в 4 Всё. Часа в 4 нажимаю, заранее предупреждаю и уезжаю. В часов 6 вернусь. Окей. Так, все готовы? Все готовы. Добавим пул, все припоты не забудьте выпить. Выпейте припоты. На пулы отдали, сыграли по анубу. Грусти. 4 секунды поможет. Вышли. Да, понос. Что меня не видно. Проклятие стихии есть? Хороший вопрос, пойди, да? Проклятие рока висит. У нас совы нет. Секунд, мобы, приготовься. У нас совы нету, Больше. Да, поэтому вешайте. Все, Андрей, ты тогда грипнешь сверху, когда я убежу человек, останешься здесь. Если тебя выберет бухой, тогда это сделай. Сменил слона. Я побегу собью в трусах. Блэкберри побежал. Good help вместе. Все, гриппы. Трусы. Все, идете все по трэшу играете через АУЕ. Все играют через АУЕ. Следующий человек бежит в сторону Луны. Уже милики выбежали с лужи. Так, на край стали ренессанс, подпишу. 40 секунд бабу когда. Я скину. Закинь. Хорошо, закинешь. А кто это сказал, я скину? Майлик, Майлик. Я следующий. Майлик, Яката тогда. И Яката будет следующим, не третий. Все играют по трэшу мелкому. Точечно.
кто может там подстанет. Бойчик побежал, все остальные играют по трэшу и бегут здесь в сторону, там, где робот вначале стоял. Кто лужу сбил? Помощник, 2 секунды. Сыграли по мелкому трэшу. Стаков не набираете. Я, наверное. Мелкий трэш. Все, тихо. Мелкий трэш добили, последний скорби остался. Все, играем по нубу. Человек, которого выбили тону, взорвет первую дальнюю сферу. Третий человек, которого выбили тону, взорвет сферу, которая лежит там. Сейчас Юката, да, идет, Боб? Да, Юката. Ты бей, у тебя урона больше. Мобы 5 секунд. Первый человек взорвет в сторону в районе трусов, там будет дальняя, с правой стороны. Второй человек взорвет где-то здесь будет возле луны, сферка. Сацуна закинет на второго. Третий человек взорвет ту сферку, которую кто-то сбил. Все, я побежал, сейчас разобью. Good help, ты побежал, Еката вместе с ним. Вон сбил, Жень, смотри где упал. Давай, так, сейчас это нужно будет. Сейчас будет. Вон в уне. Весь рейд, особенно милики, уже с лужи сойдите. Гавр, выбеги главную в сторону. Лево. Хорошо, молодец, красавчик. Никотин, ты побежал. Смотри, эту лужу не взорви, которая стоит. Ну, он взорвет. Дурак, блядь. Уфолок. Ладно, нормально. Нормально, уфолок там. Хорошо, все нормально. Играйте по трэшу. Первую точку словишь, дам. Трэш добиваем. Одна секунда появления. Все тут по трэшу доиграем. Бежим к нубу и по трэшу играем все. Мобы 2 секунды. Добили трэш. Вообще. Все сыграли по мелкому трэшу. Быстрее. Все милики, все это прям. Так, нужно. Вань, залей. А, все уже залил им. Нужно ПВБ Риману, что-то с маной его сделать. Не надо, я еще. Баный рот, лагануло, сука. Ничего. Бойчику БР. Вобстер. Андрюха, если получится, дай пока что рукам. В КД оба. А, вижу. Блять. Ну, бьем так, пробуем. Мобы 4 секунды, готовься. Вышли. Не все, зайдите под босса. Прям под босса зайдите, кроме ДЦшника. Давай, Геру. Женя, жми массакрабовал. И мастер аур на лед. Все дали бурсты свои. Вадим, приготовься, но пока еще не надо. Жми. Опыт 10 секунд готов. Да, надо лед, что-то пиздец. Опять лед. 3 секунды. Лед нажмите. Вышли. Егор упал. И Егор не достал. Я тоже умер. Все. Давай. Падай. Я не вышел. Андрей, будешь пробовать добивать с босса? Или на допронос на какой-то день ставить? Да какой допронос можем убить Степана? Да, так я тоже думаю, что надо убивать. Этот пофиг, что меня не будет. Берите вон Кадаму вместо меня. И убивайте. Все, лидер отдал, все отдал. Ливаю с рейда. Сейчас только тело заберу, чтобы ИП мне не начисляли. Андрюха, если убьете босса, 5000. Ну, 500, то есть, начисляйте. За второй килл. Сейчас, пока Андрей ребутается, типа перекуры можно минуты 3 сделать. Для сколько он релогает. Все.
Все, всем удачи, надеюсь, убьете. Давай. Блять, успею я принять душ, пока Эндрю релогается? Как вы думаете? Смотря на сколько... Я думаю, нет, его скучно не рассматривать. Смотря какую песню будешь петь. Да, и смотря на сколько я резкий, насколько. Все, удачи. Так, я в туалет сгоняю по выстрелу. Так, а сверху, короче, сверху это я уебал прицельный выстрел, на нем висела дота и... Но она ее не добила. Не знаю, кто-то тоже помог мне это сделать, наверное. У нас сейчас попрохило все хватало, да? Хорошо быть рестор друидов. Что там под Меня нормально слышно, нет? Да. Сейчас да. Андрей, ты оценил песню? Конь. Какую? Значит, сразу кого-нибудь, чтобы сферы разбивали. Где песня? Какую песню? Ну, адекватный нахуй, прям. Там прям адекватный. Балак, буст и сферы сбивать, короче, больше. Я сбивал, да. Но. Вон, для тебя еще раз исполняю, смотри. Оп. Да. Прям в нем. Ну, у нас еще на два пула времени, все. Это, мне кажется, такими темпами надо будет Кадаму ставить на мою сторону. Да, блин, у нас каждый пул, нахуй, минута, две минуты, две минуты, две минуты, две. Ну, 25 ебалайф, что ты хотел. Постоянно одни и те же люди. У нас, блядь, первый босс, нахуй, как долбоёбы, нахуй. Мы тут должны вайп, пацаны, на первом боссе, и это пиздец какой-то, блядь, я не понимаю, бежать трудно. Нахуя бомжи? Ладно, похуй, это потом. Не знаю. А, все. Алхелп, ты где? Там уже 2 минуты прошло. Женя. Тут жив стоит, починитесь, кому надо, реги купите. А рыбка будет? Еще так будет, здесь уже нету этого Жени. А нахуя тебе лапу, если тут в рейде лапу бафует? Она ж меньше дает с касты, которая. Негодин, ты че? Не знаю, я здесь, давайте, ребят, че там? Меня ждали, я здесь был. Ханты все здесь, разбафайте каски, пожалуйста. Ой, блядь, только сказал ему, или простите, пожалуйста. Женя, алтхейл, алло. Я вроде не слышал, что он минуту говорил. А есть кто еще у нас нормально дамажит? Я хуй не знаю. Я могу в хпал аспектнуться, Кадаму добрать. Так Кадам и так в рейде. А. Ну или кого там надо было добрать? Вон, давайте, берите Сашку Мавра. Погнали. Кого Мавра ты что? Так, я извиняюсь, я здесь. Давай.
Перед полом еще раз повторим, кто клумбоп когда дает. Первый дает Вулхелм, второй Малек, третий Сацун, четвертый Юката. Поставил рыбу. Чек на пул. Уходит тут, воет тут, все тут. Садитесь на позицию, а то сейчас буду дам пул. Все, дам пул. Игроки 5 секунд. Жуки 5 секунд. Вышли. Раздел, хуярьте сразу трэш, милик из с края подходите, чтобы могли быстро убежать, если чё. Когда он побежал, Раздел, сопровождайте, по трэшу играйте на стоп просто. Кто там слабый, раздешники, заходите за лужу туда, чтобы вас трэш не делал. Так, Малик побежал, по себе боб дашь. Точечно по трэшу играйте, точечно. Не уешьте. Мелких точечно хуярьте. Старайтесь больше 3 стаков не лутать, кайте. Конь убежал, блядь, в сторону воды туда. Готовьтесь к появлению. Все 2 секунды. Трэш добивать, пока идет станок. Трэш добивайте, трэш добивайте. Почему он хуярит, вы, блядь, стоите, смотрите. Куда ты бежишь, блядь, бей трэш нахуй. Сбоку пробегает он, блядь, него. Я тебя найду, блядь, с топорами, нахуй. Остались, пожалуйста, бумага. Полетел. Жуки, секунда. Слышь. Сейчас я бегу, боб даю. Притон. Трэш, играйте сразу. Побежал, сопровождайте. Лужа, смотрите, справа. Справее лужа.
Пробел уже, если что, не пробитесь. По трэшу играйте сразу же, да. Яката, ты есть еще следующий. Дайте фридом, пожалуйста, на Бухома. Бухому фридом дайте быстрее. Бухому фридом дайте. Хорошо, Блэкбери поменялось. Окей. Все, свич по жукам. Мелких быстрее убивать. Не умри только, блядь, пожалуйста, не умри. Все, следующий побежал к воде сейчас, приготовьтесь. Трэш бейте. Галина побежала. К воде туда. Трусы, в трусы. Хорошо, все. По трэшу. Сперва убиваем трэш точечно, блядь. Целенаправленно убиваем мелкий трэш, нахуй. Рупи. Стамину мне сняли, бал, стрим. Сразу же. Под боссом. ЧП под босс. Под босс ближе станьте, стамину снимите, приготовьте темп сил природы, приготовьте. Вот хелл, приготовим отсейв. Жуки 4 секунды. Вышли. Еру давай. Массейва давай, Женя. Вот хелл. Мастера урнолета давай. Я бы. Бейте как-то. Малик мастера дай. Лед свободен. Руки 2 секунды, а то... Выйдите хоть с хилов. Прохилите хантов. Антон, профилите. Хорошо. Вышли. Мастера урнолета дали. Мастера урнолета. Я на пулю у нас сдох. Следующий. Кадама, за мимую сторону. Какую? Жуки зашли в ред. Какую? Фирай, фирай. Редрик, фирай. О, любой, фир. Нахуй. Хорошо, фирай. Бейте дальше. Какая сторона? Лоб, право, лево? Влево. Йоу. Танк уронили или что? Ну да, получается, у меня два удара от жука прилетело. За спину зашел жук, конечно. Да нет, это походу вернулся тот один еще. Который у вас ударял, ко мне прибежал, тачки достал. Сколько у вас осталось? Если смотреть лицом на Анупа, короче, как мы сейчас смотрим, левая сторона, Кадама, со стороны креста. Трэш твой. Но меня кем-то надо менять, я не знаю. Подождите, у нас времени мало, а с последним трай получим. Кто окраживает? У нас два ханта напуливают. Да. Вот, давай я тебе дам рюкзак, чтобы прощупать. Тринесанс и Егор, да? Да. Сейчас я СС выдадим, поим, короче. Можешь закинуть их в одну пать, Андрюх? Какую? Короче, на тебе ассиста, кинь куда хочешь. Кадама, ты где? Кадама, ты тут? Алло. Бля, пожалуйста, не покажите, но сейчас, человеку надо уйти, ёбаный в рот. Это сам, сейчас когда он будет напуливать с Ренессансом? Вместо меня? Да еще один трай, давай, а. Давай, захуй с ним, хуй на эту душ, блядь. Тихо, короче, Джан, Джанка, дай СС, Джанка, дай СС по Ресинансу, Притона, дай СС по Канапель.
Я давно этого не слышал, очень давно. Я напляю. Фонеаль, окей, окей, ладно. Мне нормально, мне нравится. Звучит как... Ну это, короче, ну да. Замерзли дроссовочки. Ну это по Фрейду, по-моему, нормально. Нахуй. Масло проверить, можно заканчиваться. 24 минуты еще на все, на масло. Давайте. Ну все, давайте, блядь, соберитесь. В какой пати кинули, я вижу эти ханты. Во второй пати ханты. Вторая пати. Я в хиллботих еще. Смотри. 5 секунд по Б. Слышь. Это, ребят, холипал, напомню, вы прохиливаете мед очень быстро в третьей фазе. Да, у нас все хорошо было по прохилу, мы убивали просто. И, вот. И, не, Андрюш, там этот, там, там одна метка так просаживалась. О! Руки 5 секунд. Пошли. Смотрим, внимание, РД сразу по боссу, радис. Били без краю, мистер Бон побежал. Если поменяется, смотрите внимательно. Вот Хелп сопровождаешь. Лобстер выбежал. Малик, если что, ты даешь боб. Трэш, трэш, точечно трэш куярите. Третий человек прилетает, ты побежишь в воду. Мистер Бонд бежишь туда в воду. Трэш, трэш, и башен. Точечно, не смотрим ничего, просто и башен трэш. Руки 2 секунды. Там еще 3 моба. Пошли. ДПС остались, пожалуйста. Жуки 5 секунд. Вышли. Короче, маленькое уточнение. На третьей фазе. Трэш. Слушай, на третьей фазе, когда будем снимать стамину, ханты не снимайте стамину. Я огурец и фласку на хп еще оставляю. Ну обязательно побойтесь. Сейчас побежали, смотрим внимательно. По трэш уже сразу играйте, блядь. Гавр побежал. Гавр побежал. Сделай красиво, не так как на первом бойсе. Дам-дам-дам-дам-дам. По трэшу нон-стоп уверить. В луну есть или нету? За гриппы сейчас сверху.
Давай, хорош. Йоката, готовься, Боб. Женек, фридом дать ему, а выбежал, хорош. Йоката, твой следующий. Трэш, трэш, целенаправленно убивать, не смотрите, просто по трэшу верьте. Сейчас третий Йоката побежал к воде. Хорошо. Чисто дальше по трешку верьте. Окей, 2 секунды. Трэш добиваем, добиваем целенаправленно трэш. Босса, блять, похуй, пока трэш не добьете, ну. Жуки. Трэш еще один есть. Все по боссу играет. Сняли стамину сразу же. Женя готовый массейв. Жуки 4 секунды. Еру, давай. Массей, давай. Где хантов? Вышли жуки. Да, что ты тут будешь нахуй? Мастера он улет, дай. Забери жука, фиг. Я привел. Массейв второй, дай, массейв, массейв, массейв второй, молит. Жуки 5 секунд. Просил, просил, когда вы поднимете. Жуки вышли. Второй мастер аур. Жук, жук под боссом. Жука тираните в мелизоне. Блять. Я умер. Да в этот раз что-то хуже попросило было. Да у нас два хила упало. Не знаю, два, один жук пришел. Или два. О, я не ставлю. Да я не это... про начало боя. Не про начало боя. Два ханта типа живые всегда были, но жуки бегали. За как? Ну, я напулил, они побежали, не знаю. Не, они побежали, а потом выбежали, если почему-то, я не знаю. Короче, еще раз, есть время на еще один трай? Да, да, нет, говорите. Да, у меня есть. Кто там должен был уходить? Вы, вот, Егор, там еще кто? Да пускай, короче, Кадама пулит. Бля, похуй, давай. Один. Да, останься один человек на жука и все. Не знаю, каждому наебало по три ходки кидаю, вы не умираете. Не знаю, вот сейчас именно старт. Сейчас старт был, короче, именно переходы фазы, типа, и первые 10 секунд, блядь, слабо было, попросилось, блядь, даже с сейвами, нахуй. Там, блядь, некоторые жили на 50%, ну, на 5-10% хп. Потому что кто-то успевал еще писать Егор Вонючий в чат, белый причем, нахуй. Надо было выбрать, сказать и написать туда еще. Разобите. Если, короче, получается два, у кого есть мастера, это кто у нас? Сацун и Йоката, как у вас, да? Разойдитесь, возьмите мастера сразу, чтобы вы там ничего не меняли, не тупили. Давайте так, на так третью заберет, там либо мой лик, либо GodHelp. GodHelp забирай, у него вкачано. Да. Что? Давай на третьей фазе могу пулить так. Когда мы ренессанс по одному мобу слева, а справа Егор дальнего моба, а переднего я таунчу.
У нас я на пулю 2 нормально, мне не надо помогать. Так тут его не дело в том, что помогать, не помогать, ты понимаешь, мы сталкиваемся на третьей фазе с охуевшим захилом, ну который прибивает твой урон. Я что-то подумал, что не на третьей фазе. Только там, наверное, опять не заберешь. Да, короче, нормально, все, я буду с дальнего начинать, в этого буду меньше напуливать. Если что, я просто прожму на пул и заведу в печь и притворюсь мертвым. Короче, мистер Вон, смотри. Ты заметил чуть скилловый, смотри, короче. Ну, говори. Те дальние мобы, которые далеко от меня расположены, они если чуть-чуть напулят, то подбегая ко мне, они разворачиваются и убегают. То есть мало напула, надо чуть-чуть больше прислугу. Давайте в пиканта будем напуливать. Я тоже буду. У нас отхил, минус отхил тогда будет падать на бойце. Почему они пошли, пульнули и вернулись бить дальше? Может, 4 секунды на пула дается. То есть, если я ударил, 4 секунды. Короче, пожалуйста, давай сделаем так. Кадама, короче, как смотрим сейчас на босса, блядь, с правой стороны ты первого крайнего моба, сколько ты пулишь. А если нам, ты дальнего пулишь. Короче, теперь смотрим, как на босса с левой стороны пулит нас Егор дальнего. Первый Петя забирает таунтом, сказал, не знаю. Но если что, Егор все равно помогает. И мистер Бонд, ты если что, на подхвате. Если ты видишь, у миллизона идет моб, мистер Бонд, ебашь его и сразу идешь на пул Петю. Ты бишь хитрый. Хорошо. Но это на третьей фазе, я так понимаю. Да, это именно третья фаза. Что там по эстетам критон? Только ранг. Под это буду на пол экономить. Не буду просто кодовать. Здесь сейчас или КД? Да, да, нет, нет, и все. 3 минуты. Во время боя ты также закасуешь СС на, ну, как и кастовали бы. Когда откадешится. Понял, в хаспичи все. И Майлик стоит гельмана постоянно под башню. 3 секунды мобы. Да, реально больше. Мало маны получено. Обе 4 секунды. Вышли. РДД по трэшу. Никотин. Никотин. Вот хелл сопровождай. Третий человек приготовился, короче, это сразу трэш на стоп хверди, точечно, точечно разъебывайте трэш. Войт, войт. А он в тучке он зашел. Ой. Трэш, трэш, он, блядь, кто сбил в первую? Жуки, одна секунда. Вышка. Жук. Квест, пожалуйста.
Короче, на перефазе, смотри, когда он закопается, вот эту крайнюю, которую рядом с крестом, не взрывайте. Сбиваем сперва дальнюю, потом вот эту крайнюю сбиваем. Окей. Okay. Я тут. Вышли. Ну, точнее, не там, где сейчас жуки стоят, а которая дальше. Яблоко. Смотрите, сейчас если бейте ту лужу, которая рядышком с Петей. Мистер Бонд. Даже в трусах сбивайте лужу, в трусах. Туда побежал, мистер Бонд. Хорошо. По трэшу райте. Сейчас вы, Милик, выйдите с лужи, Милик, выйдите с лужи на всякий случай, чтобы не ступили, чтобы лужу сейчас не взорвал быстро. Петя. Гавр. На Гавра. Гавра. Он смотрел лужи, которая справа. Вот. Пускай взрывает. Взрывай, взрывай тут. Только взорви ее. Сейчас третий, кто будет, надо вот эту лужу взорвать. Кто третий сейчас кого выберет, блядь, сразу бежи сюда на эту лужу. Петя. Хорошо, убивайте. Долго там по времени? На ту лужу, Петя, взорви. Или она тебе мешает, не мешает. Почему БР? Короче, это. Лобстер БР и Сацуны. А я БРный сейчас Якато. Вышли мы БР. Ялки трэш сзади остался, куда побежали? Трэш убивайте. Сразу забафайте их. Я КАС кидал. Палам, нами сейчас кидал на лар. Приста баф сняли сразу, да. Жуки 5 секунд. Женя, приготовься, вот хелп. Еру давай. Массейв давай. Жуки. Пизда мне. Фласка, живу. Жук один, идет в рейд. Мистер Бонд, подсобись еще. Я забрал его, сейчас приведу. По боссу дальше, по боссу. Массей моли второй сейчас давай. Прыгай. Жуки, прыгай. Секунда, жуки, вышли. Приготовьтесь, сейчас, мастер аур. Сацуны будешь следовать, вот, мастер аур. Сацуны, мастер аур. На пулю. Я фернул одного как бы. Хорош. Просил. Иннер гад хелпа, пожалуйста. Ну меня тупо не. А, это из всех убило. Ну там одиночник, который бегал, он на меня прыгнул, вообще, блядь. Да ебаная Всем спасибо, короче, до проноса я сейчас сами спрошу, когда. Наверное, во вторник. У всех во вторник получается. А. Наверное, да. Не, вы не пишите плюс, напишите, у кого не получается во вторник, как вы проще, не надо. У кого не получается. Есть такие? Не знаю. Сходите моим хантом на контракты кто-нибудь, нахуй, на ивент. Может кто-нибудь, нахуй? Придешь 6 часов, ты сам сходишь. Так мы сегодня по Дренору пойдем. Я, конечно, схожу. Это я просто разбавить атмосферу, блядь. Егор через 3 минуты должен быть помытым на остановке. Да, конечно. Я уже позвонил, вызвал такси, блядь, через...